Попробуйте все 16 новых. Не мути воду. Раздвигай. Пушки — это жесть. Они большие, тяжелые, с жуткой отдачей. Ну и гляди, запястье вывихнешь или оглохнешь от выстрела. Поняли, к чему я говорю, а? Что с тем парнем, мисс Второй? Чё он вчера так бежал? Привет. Это ты, Жасмин Диксон? Стрельное оружие для обороны.
школы и больницы закрыты до особого открытия. Что ты заметил? Осматриваю территорию. Для кровожадных бандитов Кантао недавно выразила интерес к приобретению недвижимости в Пасифике с целью организовать там серверный и логистический центр. Власти обсуждают возможность продажи земли за символическую цену в 1 евро-доллар, если корпорация Кантао продемонстрирует готовность заняться срочно... Сегодня лейтенант Сара Краковски, пресс-секретарь полиции Найт-Сити. Здравствуй, рад тебя видеть. Привет, Зиги. Я тебя отсюда выведу. Идти можешь? Я не знаю, куда идти. Эй, послушай меня. Все будет хорошо. Я тебя отсюда вытащу. Ясно? Да, я поняла. Можем. Можем идти. Вывели на рынок, назывался «Мопа». Несмотря на
боеприпас. Но глаза... Но в руку ложится, на удивление, удобно. Поясни. Совокупный доход этих компаний – это десятки триллионов евро-долларов. Настоящего мяса с кровью. Меня зовут Джефферсон. Бойня. Я отвечаю. Пробуди свои. Давай, террорист Кера, покажи. Садись. Тебя отвезут домой, к мужу. Он тебя ждет. О, Господи! Я думала, что я... что уже никогда... ты не знаешь, что они... сколько раз... каждый вечер... Это уже в прошлом. Все кончилось. Они тебя больше не тронут. Я не знаю, кто ты. Спасибо тебе. Добротная работа, Ви. Жасмин уже едет к своему супругу, а он уже отправляет мне мой гонорар. В смысле, наш гонорар, конечно. Спасибо тебе, Ви. Закрываю заказ. Один парень хочет побыстрее свалить из города, иначе его здесь и похоронят. Нужен приличный водитель, который не обосрется, если надо будет давать по газам. Как тебе задача? Глянь письмо.
Шестая улица. Терпеть их не могу. Все такие охрененные патриоты, а на самом деле тупое быдло. Они в спину людям стреляли, тем, кто пытался убежать. Жалко, что Бога нет. Знаешь, такого из Ветхого Завета, чтобы спалил их всех или утопил нахер. Если б я прятался от гангстеров, которые хотят открутить мне башку, я бы включил систему безопасности. Тут ты, как ни странно, прав. Ну и жесткач, как на гребаной скотобойне. Так, а это что? Эй, ты меня слышишь? Улица, они... Знаю, знаю. Ты Флавио? Да. Забери. Забери меня скорее отсюда. Что за херня? Ты должен был тихо сидеть и не отсвечивать. Я хотел попрощаться с Найт-Сити, понимаешь, позвонил, заказал кокс, девочек. И ты что думал, никто не узнает? Никто не обратит внимания, что ты свез сюда целый бордель? Окей, окей, облажался, я признаю, какая уже хрен разница, валить надо.
Ты думаешь? Ну ладно. Пошли. В гараже стоит тачка. Отведи меня туда. Координаты есть? Да, есть. Блин, хотел оттянуться напоследок. Не нуди, ты, по крайней мере, жив, в отличие от девочек. А клиент где? Сзади кровью истекает. Плохо. Если помрет, мне не заплатят. Не мои проблемы. Я свое дело сделал. Отвезем тебя к Риперу. Тут рядом несколько минут. Выдержишь? А есть варианты? Вот это я понимаю профессиональная работа. Флавий, мне теперь каждые 10 минут напоминает, какой ты невъебенно... Думаю, эта похвала вполне заслужена. Наемники вроде тебя редкий вид. Заказ закрыт, деньги я тебе уже перекинул. Вот тебя, сука, ломит. Куда ты его воткнешь? В жопу себе? Тут его и сунуть некуда. Да чё ты сразу? Я просто так сказал. Эй! Кто-то идет. Я не слепой, захлопни пасть.
ты чё, потерялся, что ли? А тебе чего? Дорогу спросить? Так у меня карты нет. Эй, Рик, у тебя карта есть? Не, нету, давно скурил. Но подскажу, что топать надо по прямой и быстро. Слыхал? Нечего тебе тут ловить. Хорошего дня. Да я мимо иду. Нет, ты не идешь. Ты над душой стоишь. Может, перестанешь? Что в кейсе? Ты про эту рухлядь? Да ничего, наверное. Ага. Банки. Может, бутылки? Где взяли? Сразу ведь видно, что это имущество корпорации. А ты чё? Из бюро находок? Не твое дело? Ну и отъебись! Думаете, такой кейс потеряют и забудут? Наживете вы себе с ним проблем. Мы его не украли, а нашли. Как скажете. Только вот те, кто за ним придут, особо слушать-то не станут. Отдаем ему кейс. Быстро! Да ты его все равно не откроешь. Это мы посмотрим. Где вы его нашли? Спрашиваю, где? Ну, там, на помойке. Вон там. Джош, какого хуя? Это не наша работа, понятно? Тот тип был уже мертвый, честное слово. Что, правда? А я-то думал, вы серьезные наемники. Ладно, сгиньте уже. Окей, окей, забирай. Че сразу так психовать-то? Сезам, откройся. А тебя вообще просили? Так-так, и что тут у нас? Открылся! Уже.
Похоже, у нас гости. Момент истины. Что? Это что за хрень? Ну как что? Бранцези. 2021 год. Безымянная номер 18. Холст масло. Да что с тобой говорить? О, выходит, Джонни Сильверхенд у нас тонкий знаток искусства? Я нет. А вот бывшая одна была художница. Девка, конечно, в край ебанутая, это уж как водится. Но зато секс, я тебе скажу. А давай лучше не говори. Ну что эта картина вообще могла делать на Луне? Известно что. Украшала интерьер какого-то богача. Сейчас половина Лувра в космосе. А ты там был? Кто я? Нищий рок-музыкант? Ну да, бывал. В сладких снах. Ладно, давай-ка уходить, пока не началось. А насчет картины? Покупателя ты найдешь быстро, уверяю.
для тебя заказ. Корпораты зовут такое ликвидацией человеческих ресурсов. То есть, кое-кому надо уйти. Оплата привлекательная, но это и понятно. Твоя цель из животных. Почитай письмо с подробностями. Куда лезешь, тля? За вход платить положено. А что тут у вас? Раз ты спрашиваешь, значит, тебе здесь не место. А ну прочь с дороги. Чё? Думаешь, я тебя пропущу, потому что ты такой борзый? Я не думаю, я знаю. Шаг в сторону, быстро. Окей, иди, раз не имется. А тебе что надо? Слушай, я тебя как будто знаю. Ты же из Уотсона? Твой отец работал в мастерской у Салмана. Ну, работал, пока его не замели. Да, точно. Посадили за ворованные диски. Ну, за диски в том числе. Вон орат легавые. Люди на улицах мрут, как мухи, а этих волнует только, кто где какую запчасть крутил. Так чего тебе надо-то? Это ведь бойцовский клуб? Ага. Для животных. Тут раньше фабрика была. Типа лакокраска или хуй знает. Ну, мы оборудование завезли, ринг поставили, и будьте любезны. У меня назначен бой. У тебя? Интересно. Что тебе интересно? Интересно, что от тебя останется. Ну, кто на очереди? Есть желающие? У меня тут бой назначен. Да ну, а я тебя впервые вижу. Что, свежее мясо? Ну, можно и так. Ну, тогда будь осторожнее. Здесь чужаков не любят. Не так посмотришь и уползать будешь на перебитых ножках. Но, если победишь меня, сведу с полезными ребятами. Они и снарягой поделятся, и тренер на тебя посмотрит, ну, все такое. Спасибо. Это круто. Сказала бы, пожалуйста, но сначала тебе надо меня победить. Имей в виду. Я не проиграла ни одного боя. А скажи мне, кто в клубе главный? Логан Гарсия. Раньше считался лучшим боксером в Найт-Сити, а может и вообще во всех штатах. О, как ты его расхваливаешь. А ты посмотри на него на ринге, сразу поймешь. А что, этот бой будет не на деньги? Не, от денег в спорте одни проблемы. Ни к чему их вмешивать. Я сюда хожу только драться. Не проиграла ни одного боя? Ну, все когда-то бывает в первый раз. Ха! Не хочу расстраивать, но даже не надейся. Пошли. У тебя есть импланты, сенсорные фильтры, роторы, усилители? Вот сейчас и узнаешь. Ха!
Твоя правда. Ну что, начнем? Да, начнем. Удачи! Она тебе понадобится. Ладно, 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 сдаюсь! Все, хватит!
Сука! Эй, тише! Тише? Тише тебе, значит? Это ты... Ты прости меня. Не умеешь проигрывать, это я понял. Ага, я не собираюсь учиться. Слушай, давай на сегодня закончим. Скажу ребятам, чтоб тебя не беспокоили. Будь как дома. Только особо не выделывайся, а то я за себя не отвечаю. Башку раскрою. Часто я...
Теперь в размере большой кисти. Или на эту шоколадку. Сбор средств от ту, что депутата БСС. Салис. Но рост все-таки вырезал полуголовного и не погибших детей. Так, ребятки, ну хоть на этот раз не повели. На самом деле, левак подаст в суд на любого. Не понимаю.
тут передали, что Логан Гарсия уже прибыл к Небесным Вратам. Клиент доволен. И я тоже. Заказ закрываю. Деньги должны будут скоро тебе прийти. Надо проверить. Прятаться тут негде, так что вылезай! Противник, вступаю в бой!
Он задет! Заказ. Нужно вернуть машину. Вернее, угнать ее у 6-й улицы. Посмотри. Я там расписал немного про нее и про ее хозяина.
Он сказал, тачка уже не...
Бэтмены, Turtle Force, это Аскрекс! Они взорвали Токио, Сидней и Париж. И теперь нас разлюбятся в Бабу. Трепещи, Найт-Сити! Спас ты мою шкуру. Не знаю, как и благодарить. Что с машиной будешь делать? Продавать? Рано или поздно придется. Знаю одного ценителя в Сакраменто. Он мне целое состояние отвалит. Но над ней еще надо поработать. Так что этим пока и займусь. Тебе лучше скрыться как можно скорее. Из-за нее шестая весь город вверх дном перевернет. Я уеду сегодня же. Дядюшка Эстовес всегда говорил, если выбор стоит между родной машиной и чужой шкурой,
спасай машину. Тачка, по крайней мере, тебя не подставит. А вот людям веры никакой. Отлично. Парень получил свою машину, а значит, ты получишь свои деньги. Добрые дела всегда дают плоды. Работа выполнена безупречно. До скорого.